Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Человечество в очередной раз в опасности. Неважно, чего мы смогли достичь, всегда находим способ разрушить это. Вавилон, Рим, империи растут, империи гибнут. Думаем, что неуязвимы. Вторую мировую, войну с терроризмом. Мы пережили, но приблизились к краю пропасти. Тут и стоим. Порой просто разумнее оставить все как есть. Ты знаешь, что уничтожить цивилизацию можно за 10 дней, лиши людей самого насущего. И они вернутся к своим первобытным инстинктам всего за 10 дней. А вдруг Иосиф прав? Что, ты никогда не задумывался об этом? Все думают, что он псих. Но если нет, оглянись. Миру грозит гибель. Ты сам знаешь, ты это чувствуешь. Посмотри на заголовки, на тех, кто правит. Ведь стоит этому миру узреть то, что мы создали здесь, в новом Эдеме, любовь. И они придут, чтобы забрать плоды трудов наших. Ты никогда не думал о том, чего ты добился в жизни, о том, что ты смог сделать, а? Нам говорят, что мы можем быть кем захотим, музыкантами, спортсменами, актерами. Все мы добьемся успеха, но нет, это неправда. Мы живем обыденной жизнью, мы делаем то, что говорят нам другие, изо дня в день. Все думают, что у них есть свобода выбора, но черт, мы ведь постоянно выполняем чьи-то инструкции, приказы, такие дела. У нас нет своей жизни, только их жизнь, и мы думаем, что свободны в выборе, но это ложь, иллюзия. Все, теперь с этим покончено. Я устал постоянно соглашаться, я устал быть мальчиком на побегушках. Вместе мы едины.